Подожди, не волнуйся, он сейчас заплатит. С какой стати? Ну ладно, раз настаиваешь. Сдача найдется. Конечно! Эй, а сдача! Кретин, что ты стоишь как стол? Подожди, иди сюда. Быстро! Иду, иду, сэр! Садись! Ой, я умираю! Нашел время! Кретин! Господи, за какие грехи ты наградил меня таким помощничком? Подождите, инспектор! Подождите меня, инспектор Дикс! Подождите! Завтракать! Нет, 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 нам не до завтрака! В таком случае лучше поспать. Подождите, инспектор, я сейчас... Все друзья из Борозды, все морал за горизонты. Слабак ты, Билли! Поднимайся! Я не могу! У меня в животе творится что-то... Нет, Билл, нет! Кажется, что в животе копошатся черви. Черви, какая гадость, Билл. Ну, а теперь меня тошнит. Билли, здесь тебе не круг, что ты там разлегся. Ну, кто это зажег огонь на мачте? Пожар, помогите, помогите, помогите! Проснись, смотри, огонь! Что вы так шумите? Да, я вижу огонь. Ух, бестолковый, да открой ты глаза, горит мачта! Это аллигатор! Нет, сэр, крокодил! Ну, какая разница? Хватит дрыхнуть, подъем! Что, пора обедать? Обжора, нам не до обеда! Этот Вилли Фок и принцесса собираются улизнуть! Вот он где! Я там работаю, а он гуляет! Знаете, меня тошнит не только на пароходе, но и на воздушном шаре! Не могу! Или почему же ты не предупредил меня сразу? Мы же не летали на шаре! На нас напали индейцы! Вы что, хотите поднять мне аппетит? Не работает телеграф! Ничего, если мой стряпчий поедет с нами! Конечно! Внимательный, мистер Фок, мы еще не выбрались из леса. А у меня больше не кружится голова. Билли? Вас не ушибло. Маслишко. Помнишь, как с этим обращаться? Я не могу стрелять на голодный желудок. Это пистолет, а не сосиска. Хватит болтать. Мягкий песочек. Поспать бы здесь недельку. Эй, не спать, констебль. Тебя всего трясет, но твоя морская болезнь могла развиться из-за твоей лени. Ты понял меня? Иди и сделай что-нибудь полезное! Извините, я испачкал вам костюм. Я с тобой не разговариваю, Билли. Отстань, Билли! Простите. Только не на меня, Билли, только не на меня!